В Беларуси вчера чуть не случился праздник. Синепалому старому деду на хоккее дали по морде клюшкой. В прямом смысле слова чуть не прибили. Тут весь стадион замер на одну секунду, и полстраны молилась, чтобы это привело к каким-либо последствиям. Но синепалый диктатор немного похмурился, его подшаманили и тут же пошел фотографироваться. Он не может пропустить фотосессию после забитых 156 шайб.